Скоро в Мурманске откроется памятник знаменитому писателю, чья биография неразрывно связана с флотом, Валентину Пикулю. Монумент уже доставлен в Мурманск, а сейчас находится на складе в ожидании памятной даты. На счету Валентина Пикуля романы, которые разошлись миллионными тиражами. Автора знают по всему миру, но особое внимание в книгах он уделял Заполярью. Из-под его пера вышел роман «Из тупика», в котором много рассказывается об истории Мурманска. Поэтому здесь ему и почет особый. Его жизнь была связана с Северным флотом. Он 3 года служил и воевал на Северном флоте, на эсминцах. Также часть его произведений написана о городе Мурманске, о людях, которые жили, служили на Крайнем Севере. Отцом памятника стал наш соотечественник, скульптор Александр Арсентьев. Его знакомые шутят, что он сам похож на Пикуля, поэтому из всех скульпторов вдова писателя Антонина Ильинична именно его и выбрала. Что тебя Антонина лично выбрала как скульптора? На Пикуля похож. Ну, это не единственный проект, были еще и другие. Вот. Отсылали Антонине Ильиничне, тут была как бы своя комиссия, там выбирали из них, ну, наиболее, которые к нему подходят, более естественные, вот, остановились вот на этом проекте. К слову, именно вдова Пикуля настояла, чтобы из-под пиджака бронзового писателя выглядывала тельняшка в память о его морском прошлом. Я считаю, что очень здорово получилось, потому что именно то, что мы хотели. Начиная от того, что вот от тельника, вот, 3 полоски. Так, кстати, Антонина лично и хотела. Отливали 700-килограммовый памятник в Смоленске, там же, где и знаменитую ждущую. А уже 13 июля на 85-летие писателя, как надеется заказчик, общероссийское движение поддержки флота, бронзовый Пикуль займет свое законное место в сквере возле школы номер 1 на улице Буркова. Сейчас там стоит закладная плита, открытая еще в 2011 году.